Уважаемый Владимир Владимирович, мы, жители города Орска, обращаемся к вам за помощью. В непосредственной близости от города Орска уже начали разрабатывать карьер. Жители, которых я представляю, против данного карьера, потому что они переживают за свое здоровье, за здоровье своих детей. Я многодетная мать, у меня трое детей, один из которых аллергик. И мне придется уехать из этого города, если построят карьер. Я также являюсь многодетным отцом, и у меня участок находится буквально в километре от этого разрабатываемого карьера. Я против, категорически против карьера. Я выступаю против карьеры. Я хочу, чтобы у нас был чистый воздух и было безопасное проживание. Экономика нашего города совершенно не возрастет за счет нашего этого карьера. А здоровье наших детей упадет. Необходима лесозащитная полоса, которая будет отделять северный микрорайон от предприятий города Новотроицка, от которых мы и так уже задыхаемся. Но уже даже то, что было высажено, какие-то насаждения, они уже были вырублены представителями Новотроицкого цементного завода. Обстановка экологическая у нас достаточно сложная. С одной стороны, у нас завод щебенки, с которого мы дышим пылью. С другой стороны, у нас комбинат Новотроицкий. И строительство карьера просто поставит наши жизни под удар. У нас огромный... Дети и внуки остались в городе, никуда не уехали. И я хочу, чтобы они продолжали здесь жить, а не меняя свое место жительства. Роза Ветров располагается так, что 44% времени ветер дует как раз с запада, юго-запада и северо-запада. Именно с той стороны на наш район. В нашем районе проживает более 60 тысяч человек. И эти все люди пострадают от этой ситуации. Родилась и выросла в городе Орске. И я хочу, чтобы город Орск процветал, а не вымирал. Потому что на последних открытых обсуждениях городских было совершенно ясно, что наши местные орские депутаты в большинстве своем нас не поддерживают. Город Орск когда-то имел статус промышленного города, но согласно новой стратегии развития 2030 года, он является центром притяжения Восточного Оренбуржья. И карьер, который находится непосредственно вблизи парка Северный, на который потратили уже сотни миллионов рублей, и получается этот карьер, если начнет работать, он будет противоречить самой стратегии, которую мы приняли. Владимир Владимирович, мы хотим жить!